Взрывы в местах массового скопления людей. Сотрудники ФСБ задержали группу лиц, подозреваемых в планировании серии терактов в Москве и московском регионе. Сообщается, что среди них гражданин России и граждане среднеазиатских стран, в том числе эмиссар группировки «Исламское государство». По данным следствия, арестованные собирались организовать ряд взрывов с использованием террористов-смертников в местах массового скопления людей. В Подмосковье обезврежена подпольная лаборатория для изготовления взрывчатки и взрывных устройств. В конце июля ФСБ сообщили, что предотвратили крупные теракты в Санкт-Петербурге. В апреле этого года жертвами взрыва в петербургском метро стали 15 человек.